Анна Ерастова, 24:35. Вот пока такие результаты. Ну и тем временем представление прыгунов в высоту. Вот Ярослав Гудковой, чемпион России среди молодежи. Владислав Кисляков, Никита Иванов, Георгий Тарабаров, призер чемпионата молодежи зимой. Алексей Фадеев, призер чемпионата России в помещении. И вот главный фаворит Матвей Тычинкин, чемпион России прошлого года среди юниоров, чемпион спартакиады. Ксения Сомова была четвертой уже на нынешнем первенстве России, который проходил 8-10 в Челябинске. 25-13 ее лучший результат в этом году. Матвей Тычинкин успешно справляется с высотой. Это, ну, нам это в записи, видимо, показывает. Это 2.10, да. В 11-м будет стартовать Мария Рыбинская, Свердловская область. Алена Муравьева, Московская область. Ксения Прудникова, Брянская область. Дарья Муранова, Челябинская область. А Анна Садовничева год назад на аналогичном первенстве Дарья была четвертой на 200-метровой дистанции. Ну, вторая попытка Никиты Иванова. Да, и вот Алексей Фадеев также взял 2.10. Евгений Кимеклис, третья попытка на высоте 2.10. Но, к сожалению, увы, неудача. Чемпионка России среди юниоров помещении прошлого года. Ну, прекрасно она сочетает прыжок и в длину, и в высоту, где она чемпионка мира среди юниоров. Арина Малахова на летнем чемпионате России была второй среди молодежи. Ну и вот Ярослав Гудковой берет 2.15. И Матвей Тычинкин. Арсентий Натальчук пока 2.15 первой попытки не взял. И вот пока не удается это сделать и Тычинкину. Иванов пока попытки неудачные. Алексей Фадеев, отличная попытка, 2.15 берет, и Матвей Тычинкин. Да что ж такое? Да, ну просто трагедия, как жалко. Не сумел и в третьей попытке взять 2.15 м. Да, так хорошо
выступал в начале сезона. Ярослав Кутковой уже выполнил попытку на следующей высоте. Ярослав находится, у него до этого не было ни одной неудачной попытки. Вот Алексей Фадеев. Первая попытка на 2.20. Алексей год назад завоевал бронзу на первенстве России среди молодежи. Вот сейчас уже как минимум серебро и берет 2.20. Вот это да. И он становится лидером. Даже независимо от того, возьмет ли серьезный шаг. Ярослав Кутковой, 2.20, ну хорошая попытка, но это уже третья попытка, то есть он уже завершил, получается, соревнование на второй позиции. Ну, высота 2.24. Алексей Фадеев, нового чемпиона России среди юниоров до 23 лет, в помещении Алексея Фадеева, 2.24. Пока неудача. Стартовал 11-й забег и прыжок Алексея Фадеева. Эх, хорошая была попытка. Третьих места, я уже говорил. Матвей Тычинкин, Арсентий Натыльчук, Ярослав Кутковой, 2.15, второе место, и Алексей Фадеев. Главная награда –